jeżeli ktoś zrobił ci straszne świństwo po hiszpańsku, możesz mu powiedzieć Me cago en tu puta madre. Czyli sram na twoją matkę dziwkę. Видимо, зря я тебя добавил, друзья. Мне все наперебой твердят, будто я помешался. Ты видел аватары, без шансов. А я по-прежнему в личку пишу. И что тут поделаешь, если чувства во мне бушуют? Даже век цифровых инноваций. Романтикам не стоит сдаваться. Я верю, между нами есть беспроводная сеть. И я прошу, ответь. Все это немыслимо. Слова словно выстрелы. Здоровья и красоты. Она находится по адресу Гайдара 13 и объединяет в себе все самые лучшие приметы далекой страны. Уют Прованса и удовольствие Лазурного берега. Да-да, придя сюда, вы окунетесь в атмосферу знаменитых курортов. В первую очередь в этом поможет гордость студии «Соляная комната». Проект, разработанный специалистами из Санкт-Петербурга, предназначен не только для поддержания красоты, а именно оздоровления кожи и волос, снятия усталости и даже снижению веса. Ее посещение помогает при аллергии, бронхолегочных, кожных и сердечно-сосудистых заболеваниях и рекомендуется людям всех возрастов. Кстати, ко дню пожилого человека здесь подготовлена специальная акция «Бесплатное посещение». Позвоните по телефону 344 44
4 и узнайте подробности. Привести фигуру в порядок помогут в кабинете СПА-процедур. Обертывание, шугаринг, парафинотерапия. Ощутить действие расслабляющих процедур – это ли не мечта? При посещении инфракрасной сауны ваш организм хорошенько прогреется, отдохнет и напитается жизненными силами. Душистое травяное чаепитие закрепит результат. Представить себя приехавшей после путешествия в Канны, Сент-Тропе или Монте-Карло будет проще простого после посещения солярия, оснащенного новыми лампами «Вертикаль» немецкого производства. Процедура искусственного загара позволяет получить более ровный и приятный оттенок кожного покрова. Кроме этого, весь процесс строго контролируется специалистами. Под воздействием специальных лучей в солярии человек ощущает приятное тепло. Если закрыть глаза, что сделать будет необходимо, и предаться мечтаниям, то можно представить, как солнечные лучи нежно ласкают тело. Единственное отличие французского дворика от заграницы – это цены. Привлекательные даже на фоне самых интересных предложений, они еще одна причина прийти именно сюда. В салон, где вам предложат полный спектр услуг – маникюр, педикюр, стрижку, декоративное плетение, окрашивание, милирование, тонирование и многое другое, что поможет вашей красоте раскрыться в полной мере.